Помнишь там? Обед. Знаю. Мы с Катом с речей экспресс. Я в сторону. Он в сторону. Батюшка старовер? Да нет. Мне 2 по 100 и в 1 посудину. В 1 посудину не положено по инструкции. Йогурчик. Прошу. К полумерам не привык. А боже, заправляется. Подшипники плавятся. Учтите, отец, автобус отправляется без предупреждения. Фу ты, господи. Чуть было всю обедню не испортило. Ну как это без предупреждения? А? Безобразие. Кто тут у вас главный? В диспетчерской. Кто здесь главный? Кто главный, я спрашиваю? Неудобство, дочь моя. Почему радио не глаголит? Нехорошо. Отошел, допустим, человек, ну, по своим делам, а автобус того нехорошо. Надо бы оглашать по радио. Правильно, товарищ. Ой, простите, гражданин батюшка, правильно. У нас даже микрофон есть, а почему-то не пользуемся. Напрасно. Мечта моя диктором устроиться. Диктором? Ага. Может, попробуйте? С удовольствием. А ну-ка. Что же, батюшка? Это упражнение для дикции. Тренируюсь каждодневно. Миряне, просила вас. Граждане пассажиры, внимание! Отправляется автобус-экспресс по маршруту Донецк-Киев. Батюшки, что? Свой автобус отправил. Стойте! Стой! Остановитесь! Остановитесь! Ах ты, почтеннейший блеститель! Ну, какой же это сервис? У меня в автобусе вещи украдут? Эй, батюшка, в Бога верите, а людям не доверяете. Садитесь. Как? Догоним. Это же великолепно, великолепно. Еще раз убеждаюсь в величии человеческой души. Растрягусь, ей-богу, растрягусь. Догоняйте.